Всем здравствуйте! Сегодня 18 октября 2015 года. Заглянула в магазин Fix Price, где сейчас все товары по 47 рублей. Хочу вам показать свои покупки. Начнем. Первое, что я там прикупила, это вот такие новогодние шарики. До Нового года еще пара месяцев, но они там уже их продают. В общем, я не выдержала и купила. Вот такие две упаковочки. Яркие, красивые шарики. Далее, что там я нашла, это вот такие вешалки для шелковой одежды. Шелковых вещей. Две штучки. Красивые, яркие, мягкие. Мне понравились. Так, далее. Что я там купила? Это была терка. Она, знаете, такая не гнется, достаточно качественная. Вроде бы и острая. Ну да. Посмотрим, как будет служить. Следующее, что я там нашла, это были вот такие скотчи. Разноцветные, блестящие, красивые. Но скоро Новый год. Возможно, ими что-то упакую. Так. Следующее. Там были вот такие диски. Косметические, ватные. 140 штук. Для 140 штук 47 рублей. Это недорого. Решила взять. Дальше. Там был вот такой скребок для машины. У меня есть длинный, короткий, но с такой мягкой ручкой такого у меня не было. Если не было, значит, надо купить. Теперь есть. Смотрим. Далее. Вот такие прихватки. Везде они стоят гораздо дороже. Прихватка две штуки. Симпатичные, яркие, розовые. Так, в магазин я попала вместе с мамой. Мама купила себе вот такой вот, как он правильно называется, чехол для очков. На вид, знаете, такой прям приятный, красивый. Ну, ей понравился. Так. Далее. Увидели вот такую машинку для стрижки волос в носу и ушах. Видела ее у блогеров. Ну, в общем-то, поэтому, наверное, и взяла. Посмотрим, работает, нет. Работает она на батарейке. В комплекте батарейки нет. Так. Далее, что я приобрела, это вот такая заколка для волос. Она очень такая жесткая. Волосы дома закалывать и ходить должно быть удобно. Большая, вместительная. Так. Следующее. Это приобрела мама в дорогу. Косметичка. Обычная. Такая, как мешочек на замке. Достаточно просторная. То есть дно тут открывается. Вот. Ну, симпатичная для дороги. С собой брать. Так, что у нас еще? Увидела там ватные палочки. 400 штук. 400 штук за 47 рублей. Это даром. Естественно, взяла. Так. Также
Увидела там вот такую кисточку. Кисточки у меня есть, но она меня заинтересовала. Решила взять, попробовать. Такая вот она. Понравилась она мне. И когда я это все приобрела, мне дали вот такой вот купон, наверное, это Fix Price Sunlight, жемчужная подвеска в подарок. Ну, очень приятно получить такое. Пойду получу. Посмотрим, узнаю, что это. Все, всем спасибо за внимание. До свидания.